56-летний Брэд Питт и 50-летняя Дженнифер Энистон активно работают над возобновлением доверия между ними. Друзья артистов настаивают, что между ними заметны искры. Бывшие супруги часто проводят время вместе. Несмотря на развод, который они оформили в 2005 году, Дженнифер продолжала находиться в жизни Брэда. За время их брака к звезде сериала «Друзья» привязалась мать актера. Женщины часто созваниваются, даже когда Питт сошелся с Джоли. После расставания с Анджелиной артист постарался первым делом наладить отношения с теми, кому причинил когда-то боль. В числе первых оказалась Энистон. Сейчас Брэд и Дженнифер посещают вечеринки друг друга и переписываются, когда один из них находится не в Лос-Анджелесе. По словам близкого окружения звезд, они планируют оставаться друзьями, но их отношения постепенно выходят на новый уровень. «Я думаю, что Брэд был бы счастлив снова начать романтические отношения с Джен, но она пока не подпускает его к себе слишком близко. Тем не менее флирт у них есть. Сложно просто мило общаться, когда у вас за плечами 7 лет брака. Конечно, определенное сексуальное напряжение ощущается. Мне кажется, они не торопят события, но рассматривают вариант воссоединения. Просто не так быстро, как этого ожидают поклонники», — сообщил источник Us Weekly. Друзья актеров признались, что Питт и Энистон знают об ажиотаже, который вызывает новость об их восстановленном общении. Именно поэтому они не спешат появляться вместе на публике, чтобы не спровоцировать лишние слухи. Им так или иначе придется встретиться на красных дорожках кинопремий. «Они оба номинированы за свои роли и, может, даже будут сидеть в зале рядом», — заявил источник. Недавно против поведения Анджелины Джоли эмоционально выступила мать Питта. Женщина заявила, что актриса беспощадно оклеветала ее сына.